Доброго времени суток, дамы и господа. Это второй ролик про проект Drop the Bomb. Почему я его записываю? Потому что мои партнеры попросили разъяснить некоторые моменты, в которых они не могут разобраться сами. Для тех, кто впервые открыл этот ролик и впервые слышит про этот проект, для тех я оставлю ссылочку снизу моего видео, вот здесь вот, и вы сможете пройти на ролик, трехдневной давности, вот этот вот название его, $1000 плюс за 3 минуты. И, соответственно, посмотреть, повторяться я не буду, проект топовый, всего 4000 человек может принять в нем участие. Ну, не буду повторяться, в общем, посмотрите все в старом видео. Я рекомендую в нем участвовать 100%, там мы должны заработать неплохие деньги. Еще раз все подробности, ссылочка снизу видео. Либо, если кому-то будет проще, можете сделать вот так вот. Нажимаете просто вот сюда вот на каналчик, на мой, переходите сюда, нажимаете на видео. Приветствую вас на своем. И вот здесь вот будет вам как раз вот этот проект. Дальше здесь будет видео про смену IP и бесплатный VPN. А также для Google Chrome бесплатный VPN. Это для Opera, это для Google Chrome. Для Google Chrome. Это я делал тоже по просьбе партнеров, потому что у некоторых из них не было возможности зайти именно вот на этот сайт Token Drops. Ну и на другие сайты, которые блокируются у нас в стране. Ну и не только у нас в стране, на Украине и в других странах. Поэтому давайте вернемся к тому, с чего начинали. Итак, какие еще проблемы? Доброго времени суток, дамы и господа. Проблемы были по поводу. Люди не могли зайти на сайт, мы их решили. То есть, вот даже снизу также тут есть ссылочки. Вот бесплатный VPN. Бесплатный VPN, смена IP. Opera, Google Chrome. Пожалуйста, прямо в этом видео вы можете пройти и посмотреть. Далее. Какие были еще проблемы? Давайте начнем вот отсюда. Значит, сейчас нам нужно обязательно подключить все соцсети, все 6 соцсетей. Как это сделал я? Видите, да, что подключено, подключено, и везде галочки. Но не все это могут сделать. Почему? Потому что... Ну, видимо, не понимают, как это сделать. Для этого я сейчас все вам объясню. То есть, в первоначальной версии у нас была вот такая ситуация. То есть, надо было подключить, подключить, подключить. ВКонтакте, Google, Twitter это легко делать. Telegram и Bitcoin Talk чуть-чуть посложнее. Поэтому вот давайте вернемся к этому. Если вы не можете подключить Telegram и Bitcoin Talk, что вам нужно сделать? Давайте еще раз повторим. Чтобы здесь подключить Telegram. У меня здесь подключено. Ну, Telegram, в принципе, там... сейчас мы, знаете, как сделаем. Вот так вот, чуть-чуть сюда отмотаем. И вот так вот. Значит, смотрите. Вот здесь вот что нам нужно было? Просто элементарно. Вот скопировать вот этот код 53139. Затем добавить вот сюда вот в бота. То есть нажимаете вот сюда вот, переходите в бот. И, соответственно... Сейчас вот этот вот бот у меня здесь откроется, чтобы вам было наглядно, да? И вот что я сделал. Нажал на старт, соответственно, этого бота. Бот мне сказал спасибо для подключения Телеграма. Отправьте код. Вот этот вот код мы отправляем вот сюда. Вставил. И видите, 53.13.92. Именно его я вставил. И нажал здесь как бы стрелочка отправить. И бот сказал спасибо, вы подключили Телеграм. И вам было начислено 2 DTB. То есть, все, вопросов нет. Причем, в продолжение скажу, что этот бот будет также и посылать вам информацию о ваших рефералах, о ваших начислениях. Вот видите, начисления на грайды, репост поста, ВКонтакте и так далее. То есть, функционал этого бота не только подключить Telegram. Это уже плюс. Итак, с этим вы разобрались. Telegram попроще. Давайте с Bitcoin Talk, у кого не получается. Значит, чтобы его подключить, нужно копировать вот этот вот код. Вот видите, да? Мы копируем этот код, значит, и после этого
в профайл, заходим в Telegram, нажимаем на профайл. Ну, если кто-то попадет на главную страничку, давайте уже так, потому что совсем люди некоторые не могут справиться с этим. Вот, это главная страничка, вы зарегистрировались, у вас ник есть. Значит, и мы нажимаем вот профайл. Нажимаем профайл и попадаем вот на такую страничку. Далее нам нужно будет нажать вот сюда, на вторую форум профайл информейшн. Нажимаем. Это вторая ссылка. Далее. Здесь у нас будет personal text. Графа. Вот именно сюда мы вставляем свою вот ту вот ссылочку, которую мы вот здесь вот копировали. Вот эту вот ссылочку мы вставляем вот сюда. И после этого сохраняем вот здесь вот. Нажимаем на эту кнопочку. Change profile. Изменить профиль. После того, как эта ссылочка сохраняется здесь, что мы делаем? Мы идем вверх в строку браузера, вот сюда вот, нажимаем на нее. И смотрите внимательно, потому что некоторым непонятно. Да, кстати, давайте, чтобы вы не забыли, после того, как вы все операции завершили, то есть у вас подключен был, подключат эту соцсеть Bitcoin Talk, соответственно, на сайте, вы эту ссылочку потом таким же образом уберете, чтобы она вам не мешалась, чтобы ее просто здесь не было. Итак, что мы делаем дальше? После того, как мы сохранили, вот здесь вот у вас та ссылочка будет, еще раз повторяю для тех, кто уже очень тяжело доходит, вот эта вот ссылочка, ее вот сюда сохраняем, и после этого переходим вот сюда, вот видите, нажимаем. Убираем вот это вот все вплоть до последней цифры. Вот. И это будет, можете сохранить ее в заметке, либо еще куда-то. Это постоянный будет ваш, ее копируем. Это будет ваш постоянный username Telegram. Вот он. Заканчивается вашими личными цифрами. Вот именно ее копируем. И далее вставляем вот сюда. Вот. Вставить ссылку на профиль. Видите, да? Сюда вставляете то, что мы сейчас с вами скопировали. Вот это вот. Вставили и нажали подключить. Все. Теперь с Telegram и Bitcoin Talk мы разобрались. Еще какие-то там моменты маленькие у нас были. То, что не мог я вот аватарку вставить. Просто нужно ее размер уменьшить, и она встанет. То есть тут проблем нету. То же самое. Нажимаете на профиль. Профиль вы должны запомнить, заполнить. Помните, наверное, уже каждый из вас это заполнил. Ну и, соответственно, вставляете. Дальше-ка. Так, вот у нас чуть-чуть перезагрузился. Давайте зайдем еще раз. Я вам покажу. Ой, вход нужно нажать. Так, ну давай. Ну далее, походу, да. Вот, значит, еще раз профиль нажимаем. Редактировать. Вот сюда вот загрузить файл. Ставим вот сюда вот стрелочку. Выбираем файл. Вот я выбрал свою фотографию, которую обычно пользуюсь. Ну, она у меня не подходила по размеру, не вставлялась. Я ее чуть-чуть уменьшил. И она размеры, и она вставилась. То есть, здесь я напоминаю имя, фамилия, никнейм. И это ссылка для приглашения ваших партнеров. Все, с этим тоже разобрались, с фотографией. Далее, какие у нас еще вопросы были? Этот мы вопрос сняли. Значит, этот вопрос тоже сняли. Ну и этот вопрос сняли. Теперь здесь я говорил, что нужно выполнять элементарные задания. Все это вы тоже увидите в первом видео, когда перейдете по ссылочке. И, соответственно, после того, как вы выполнили, нужно обязательно нажать на «Проверить». То есть, ну, Facebook у нас, помните, не работал, ребята уже его сделали. Все сейчас работает, сейчас я вам покажу на примере. Значит, то есть, еще раз, вот «Выполнить» изначально, выполняете. То есть, к примеру, Facebook, репост поста. Я то же самое показывал, все как сделать в прошлом видео, в первом, поэтому туда перейдете, посмотрите. «Подключить». Да, Facebook, извините, не «Подключить», а вот «Выполнить». Например,
Facebook не работал в то время, но сейчас он уже работает, можете работать спокойно. Твиттер или пост поста. Выполнить. Нажимаете. У вас будет проверить. Вот так вот высветится. Нажимаете на проверить. И у вас появится, вот как у меня сейчас, я вам покажу. Здесь мы идем к проектам. Я не буду повторяться, потому что в то видео очень подробно вы посмотрите и примете решение, участвовать в проекте или нет. Я думаю, что он очень перспективный, поэтому как бы... Вот, видите, и, соответственно, у вас не будет больше желтых кнопок, а будет либо проверено, и либо проверяется. Все, с этим мы тоже разобрались. Ну, в принципе, еще если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Я вам буду подсказывать. Также подписывайтесь вот на мои сети здесь под видео. Facebook, Twitter, ВКонтакте. Можете обращаться, как бы я буду отвечать, кому что-то будет непонятно. Ну, а также здесь же я уже вам сказал, что бесплатный VPN и смена IP сможете все это элементарно все сделать. Ну, также ряд проектов здесь у меня есть, в которых тоже можете вместе со мной поучаствовать. А еще я вам порекомендую и даже сказал бы, если вы примете решение участвовать в этом проекте со мной, как бы, то обязательно смотрите, вот я... Ссылочка будет под видео, под первым видео вебинар проекта. Вы перейдите по ней. И наш. Вот прямо на их каналчик вот так зайдите. Вот это их каналчик, прям зайдите на их канал и нажмите на видео, да? И то есть вот здесь вот все видео будут, вебинары, тренинги. То есть, к примеру, вот 7 часов назад по этому проекту уже... Соответственно, был вебинар-тренинг. 22 часа тоже вебинар-тренинг. Ну и, соответственно, здесь ребята работают. Проект перспективный. Один из инновационных. То есть, как бы все эти баунти работу, они хотят сделать, ну, грубо говоря, все, чтобы было четко работать только с топовыми проектами, которые обязательно выйдут на биржу. То есть, если мы с вами сейчас, грубо говоря, работаем в баунти, 90% это скама, здесь они обещают там практически, что скама не будет. За это мы должны пожертвовать другими проектами и работать с ними. Я, в принципе, с удовольствием это сделаю, как бы и времени будет меньше потрачено, и результат будет больше. Тем более, ребята обещают неплохо заработать. В общем, вот здесь вот вся информация, а также еще, если кому будет интересно, существует главный чат Drop the Bomb. Вот так он выглядит. Можете набрать его в поисковике и здесь отслеживать информацию. Здесь тоже как бы делятся и голосовые сообщения, администраторы оставляют. И можете посмотреть, что участники, соответственно, между собой говорят. Ну, где-то здесь я хотел вам показать. Ну, в общем, следите за новостями проекта. Я еще раз говорю, что проект очень даже хороший. Ну, в общем, посмотрите здесь. Не могу найти, хотел посмотреть, показать вам, как там. Ну, в общем, вот так вот, да? Таким вот образом давайте посмотрите еще инфо. Вот. Ну, эту ссылочку я вам оставлю под видео или не оставлю, сами разберетесь. Как найти. Итак, подытожим. Если есть вопросы, пишите. Я либо отвечу лично, либо, соответственно, выложу еще это видео, кому что непонятно. Всего доброго. Еще раз, с правой стороны у меня плейлист высветится всегда в конце видео, куда вы можете зайти и вместе со мной также участвовать в проектах, в которых принимаю участие я. Подписывайтесь на канал, кому было полезно, ставьте лайки. Всего доброго, до встречи.